Новостной видеоблог. Не забудь, 31 марта обязательно приходи на выборы. С собой иметь паспорт, ручку, штаны желательно, ну и мотивацию. Не проспи свой выбор. Вот уже 3 дня до выборов. А Петр Алексеевич, Петя, значит, решил за старое. Ну, в прошлый раз же прокатило. Вот и теперь. Рука Кремля дестабилизирует всю ситуацию в Украине. Что Кремль хочет выкористати выборы для дестабилизации ситуации в Украине. С глузду съехал, чи шо? С ума сошел? Вообще-то, сейчас самое время, как Петр Алексеевич... Петр Алексеевич, будь ласочка. Говорит, самое время, чтобы великая Украина стала по-настоящему великой, с верховным действующим главнокомандующим, и никак иначе. Все шансы сбудовать великую Украину. Країну вільних, заможніх і щасливих людей. Ти лучший, Петя. Ну а я, так сказать, как рука Кремля, вангую, что Петр Алексеевич Порошенко выигрывает выборы. Второе место у Зеленского, третье место у Юлии Тимошенко. Самое интересное, похоже, будет после выборов или не будет. Ну это как великая Украина решит. Подписывайся на канал, посмотрим. Дальше будет только интереснее.